Всем большой привет всем заглянувшим на мой маленький новенький каналчик. Хочу начать обзор моих покупочек новогодних и похвастаться моим новым жителем в моей коллекции песочных игрушек. Это вот такой прекрасный геккон, вот такой красивый. Ну вот он такой весь плотненький, песочный. С этой стороны голубой шелк. Вот такие пальцы руки, вот такие пальцы у него большие. Вот такой воротник, красивые глазки. В общем, красавчик, просто красавчик. В общем, моя коллекция потихонечку пополняется красотами. Так. Ну а дальше начнем с покупок. Купила я вот такие маленькие, ой, зацепилась, что-то моя игрушечка, вот такие маленькие яблочки. Эти яблочки, видно, они уже далеко не новые, вот на них даже есть какие-то потертости, здесь на самом яблочке, а здесь на самом листике. Но они мне так напомнили мои игрушки из детства. Не могла устоять. Естественно, я их купила. Их было два. Два я их и купила. Так. Следующее. Вот такое красивое яйцо. У него, правда, не очень ровная вот эта штуковина. Но ничего, это все. Это все терпимо. Но вот такое яйцо. Оно пластиковое. Это не стекло. Ну и украшено вот такой тесемочкой. Ну, смотрится очень симпатично. Оно необычного цвета. Оно какое-то такое коричневое, темно-коричневое. Ну, в общем, прикольное яичко. Очень мне оно понравилось. Так. А теперь вот такая игрушка. Она очень тяжелая. Это какой-то фарфор, фаянс. Даже не знаю. Но такая понравилась мне. У нас сейчас в магазинах продаются такие игрушки. Но они из бумаги. То есть она свернута плоская, потом ее разворачиваешь, и она вот получается точно такая же. Так, следующее. Вот такая прекрасная снежинка. Ой, как она мне понравилась. Это слегка-слегка золото, а это серебро. И она вот такая, из трех слоев состоит, очень красивая. Вся блестит, вся переливается, красивая. Очень мне нравится. Она вся блестит таким Aurora Borealis. Красивая. Так, следующая игрушечка. Это вот такая лошадка. Она тоже сделана из какого-то, не знаю, какой-то или имитация камня, или это какой-то фарфор, не знаю. Но такая хорошенькая лошадка висит у меня на елочке. Тоже такая, как винтажная. Так, это я тоже покупала как новогоднюю игрушку. Я не знаю, новогодняя игрушка или нет. Здесь даже что-то там написано. В общем, сделано в Англии. Но для меня это вот игрушка новогодняя. Она очень хорошо смотрится на елочке. Она маленькая, аккуратненькая. Такая интересная. Такая, ну, такая вся кокетливая прелесть. Эти ножки у чашечки. Хорошенькая. Розочки. В общем, очень-очень-очень мне нравится. Так, следующее. Это из очень тонкого металла. Такие золотые игрушечки. Здесь два сердечка, но я принесла только одно. Зачем их два? Они одинаковые. И вот такая звездочка. Но я их использую так, для украшения интерьера. Они легенькие, красивые, ажурные. Хорошие. Понравились. Так. Следующие. Это такие сосульки. Это икеевские сосульки, но они совершенно-совершенно вот такие, как вроде бы из детства. Вот таких сосулек было когда-то очень много. Ну, не таких, похожих, подобных сосулек было много раньше. Ну, теперь и у меня есть.
сосулечки. Так. Вот такие олени. Это был набор из двух оленей. Вот, я их тоже использую. Они довольно-таки тяжелые для елки. Такие красивые, розовые. Весь такой гламурный, серый, весь такой. Красивые олени. Очень мне нравятся. Но я их использую просто как декор в интерьере. На елке они не висят, потому что они очень увесистые. И довольно-таки крупные из-за рогов. Ну, такие хорошенькие. Нравятся. Мне нравятся они. Так, олени идут отдыхать. Так. Вот такой маленький ангелочек. Вот такой маленький. Это пластик. Я уже показывала, у меня есть вот такой большой, а это такой поменьше. Но они очень, очень хорошо смотрятся на елочке. Мне очень нравится, особенно если вот за ним лампочка какая-нибудь висит. Ну, от гирлянды. Очень, очень красиво. Вот такие красавчики. Теперь их два. Старший и младший. Так. Следующее. Следующее — это вот такая девочка. Девочка-розочка. Вот здесь она. Юбочка у нее в виде розочки. Она сделана в такой же технике, как у меня есть подсвечники и сосулька. То есть она немножко прозрачная, немножко чем-то она там посеребренная, позолоченная, не знаю, порозовенная, не знаю. Но я ее покупала в секонде, у нее есть небольшой дефект, кусочка крылышка не хватает. Но я когда доберусь до полимерной глины, я сделаю. Этот кусочек сейчас у меня ее нет в наличии, но когда появится, я все это дело исправлю. И у меня будет красивая девочка с крылышками. Вот такая она у нас сзади. Очень красивая. Чем-то мне похожа на Мэрилин Монро. Красные губы, большие глаза, прическа в ее стиле. В общем, такая девочка. Так. И все-таки Вселенная меня слышит. Не успела я пожаловаться на то, что я разбила рыбу, как мне попалась вот такая замечательная рыба. Вот такая рыбочка. Вот такие красивые губки, ну прям Анджелина Джоли. Она вся стеклянная, хвостик у нее полимерный. Вот такие какие-то, вот такие вот у нее кучеряшки. Они не очень, ой, господи, что ж такое. Они не очень удобны в использовании, эти кучеряшки, но она с ними такая милашечка. Такая вся кокетливая, игривая девушка. Это стразики. И еще вот у нее реснички совершенно настоящие, они такие мягенькие, вот с одной и с другой стороны у нее такие реснички. Но я чувствую, я все-таки подстригу вот эти волосы, потому что как-то их много. Как-то их много. Ну, ладно. Вот такая рыба. Рыба с румянами, при макияже. В общем, красавица, глаз не отвесть. Вот такая рыба. Так. Следующие игрушечки попроще. Это вот таких два. Ну, наверное, тоже ангелочка. Ой. Ой-ой-ой, зацепилась. С такими подвесочками, сердечками. Ну, тоже, конечно, на елку я их вешать не буду. Они у меня будут исключительно для украшения интерьера. Вот такие две красавицы. Вот такие две девушки. Ну, я люблю такие штучки. Они деревянные. Вот такие. С обеих сторон. Так. И также я купила набор вот таких сердечек. Это деревянные обычные сердечки. То есть ничего в них абсолютно такого нет. Но они маленькие, легенькие, они не бьются. Я их, естественно, подарю своей внучке. А, и потом тут есть полет для фантазии. Она у меня девушка-художница, у нее мама художница. И она рисует, она ходит в изо-студию, она рисует. Я думаю, она чем-нибудь их украсит. Они не будут у нее просто красные. Чего-нибудь на них она таки нарисует. Вот такие сердца. Так, идем дальше.
Как я уже говорила, шарики я не очень люблю, вернее, не люблю, но я купила сначала этот шарик, а потом мне подвернулся еще один. Ну, естественно, я купила в пару. Такие хорошенькие. Они мне, эти шарики мне нравятся. Здесь голографические блесточки. В общем, такие симпатичные шарики. Так, и к ним же я купила еще вот такой набор из трех шаров. Здесь просто серебряные шарики. Они не очень крупные, как раз такие, как я люблю. Вот таких три шарика. И вот таких три шарика в горошек. Ой. Вот такие шарики. У них у всех здесь вот такая пимпочка. Я не знаю, это так положено или это так получилось. Не знаю. В общем, такие шарики. Их тоже три. Они тоже шли вот таким наборчиком из трех штук. Это уже, конечно, не игрушки. На это я купила такие самоделки на елку. То есть это идет набор, где все доступно, написано, как это все дело собрать. Тут уже все вырезано, только нужно сложить номерочек к номерочку, и получится вот такая красота. Я, естественно, это отошлю своей внучке. Тут в каждом наборчике по два вот таких, не знаю, арт-объекта. Я не знаю, как называется это. Вот их было в наборе три штуки. Соответственно, шесть вот таких арт-объектов. Пусть ребенок чем-то занимается. Пусть складывает. И тоже купила ей вот такой набор для того, чтобы сшить вот такого гнома. Здесь полностью все есть, все абсолютно. Даже нитка, иголка, и синтепон, и пластиковые шарики, которые вставляются в туловище внизу, чтобы он хорошо сидел. Ручки, ножки, все вырезано, только сшить. И звездочка приклеивается на утюгом приклеивается. В общем, я думаю, ей будет интересно, она такое все очень любит. Все такое для творчества. Я думаю, ей все это очень понравится. Ну и куда без колокольчика? Вот такой очень шведский колокольчик. Он керамический. Язычок у него тоже керамический. Вот такой. Вот. Ну, и это не совсем новогодние, конечно, покупки, но, в принципе, вот такая лошадь. Это лошадь деревянная, она выпилена из дерева, немножко состарена и расписана, естественно, вручную. Я люблю такие штуки, очень люблю. Я и сама как-то делала лошадок из картона, такого типа, только качалки. А еще у нас в Швеции очень популярный, называется делакерийская лошадь. Это, ну, они похожи, это не делакерийская лошадь. Те лошади очень дорогие, но я их и не встречала. Вот, мне попались вот эти две лошадки, я их, естественно, купила. Делакерийская лошадь, вот у меня есть магнит, вот такая. У нее своеобразная роспись идет по туловищу, вот очень своеобразная, и ушки у нее сделаны вот так, как у этой, одним кусочком, то есть не разделены. Здесь же ушки разделены надвое. А так, в принципе, все то же самое, единственная расцветка не такая. Кстати, вот эта дорожка на этой лошади и на этой лошади очень сильно совпадают друг с другом. Ну, в общем, у меня есть три вот таких красивых лошадки, которых я очень люблю. Очень они мне нравятся. Ой, мои лошади. Вот. А делакерийскую лошадку я куплю. Посмотрю, какого. Они бывают красные, бывают оранжевые, по-моему, белые бывают. Это просто магнит. Такой. Ну, спасибо всем за просмотр. Была рада, если вам было интересно смотреть мое видео. Спасибо большое. Всем всего самого-самого хорошего. Заходите. Всех жду, всех приглашаю. Спасибо большое. До новых встреч!